Теперь события огня подробнее. Север Иркутской области объят едким дымом. Огнем охвачено почти 200 тысяч гектаров тайги. Жители Братска, Усть-Илимска и еще нескольких населенных пунктов задыхаются от продуктов горения. Четвертый день все в дыму. Сильный запах гари. Прошел дождь. Не изменилось. Эмоции у жителей Усть-Илимска через край. Дышать в городе трудно. За его пределами тоже. Глоток свежего воздуха – роскошь. В радиусе сотен километров вокруг. Та же картина и тот же запах в Братске. Очистить атмосферу не может даже затяжной дождь. Виноваты в происходящем – лесные пожары на севере Иркутской области. Они оккупировали самый большой Катангский район. На космоснимках около трех десятков действующих термоточек. Часть из них – прямая угроза нефтедобычи и, главное, жизням людей, сообщают в Министерстве лесного хозяйства региона. В Катангском районе работает две группы пожарных десантников. В районе села Непа 11 человек ликвидируют угрозу приближения огня к нефтяным вышкам. И в 13 километрах от села Бур 7 человек ликвидируют угрозу населенному пункту. По остальным пожарам в зоне контроля областной комиссии принято решение о приостановке тушения. Тушение ни на минуту не останавливают в Киренском районе. Сегодня там полыхают больше 2000 гектаров тайги. Введен режим чрезвычайной ситуации, и причин его отменять пока нет. Из 9 очагов лесных пожаров больше половины очень трудно тушить. 5 из них в зоне авианаблюдения. То есть там нет арендаторов, нет населения, там нет дорог. Там работают только десантники-парашютисты. 2 дня назад прошел буквально фронт, был усиление ветра. Он нам площади добавил в 2 раза практически. Задымление у нас один день был небольшое, но ветер поднялся, раздуло. Так что дышим нормально. Дышать свободно и без страха север Иркутской области начнет не раньше следующей недели. Таков прогноз метеорологов. Только через несколько дней на помощь людям могут прийти дожди. Пока погода работает отнюдь не на руку пожарным. На территории Катанского района осадки с 1 августа и по сегодняшний день отсутствуют. До конца недели на территории Катанского и Киренского районов существенных изменений в погоде не ожидается. То есть также будет преобладать погода преимущественно без осадков. Изменения в погоде ожидаем в начале следующей недели. До этого времени населению севера региона придется запастись терпением и марлевыми повязками в особо тяжелых случаях. Лада Рыбакова, Виктор Черкашин. Новости по будням.